Потихонечку померил я сахаристость, и получилось у меня там практически 6. Вот. Ну, на самом деле не буду я ничего больше ждать, она явно уже не бродит. Буду переливать куб и начинать перегон, посмотрим, что из этого выйдет. Переливать буду потихонечку, чтобы не сильно потревожить осадок, так как большая вероятность, что брага будет сильно пениться при заливке. Доливать буду максимум половину кастрюли. Ну вот примерно так, я думаю, будет достаточно. Как вы видите, количество пены даже после заливки достаточно велико, она практически не осаживается. Поэтому я принял решение делать подстил в виде немножко укороченной колонны, в которую я также добавлю внутрь два медный картридж и два ПЖ на восходящей царге. То есть практически сделаю то же самое, как я перегоняю дробную. Но, естественно, не будет включено ни флегматора, ничего, будет просто напрямую все выкатываться. Начинаю собирать, и заодно солью медный насадку, который варится там. Ну что, вот таким вот вариантом я собрал. Пришлось немножко перемотать еще раз медный картридж, потому что он сжался довольно-таки сильно и проскакивал, ну, практически свободно, да, вес картриджа не выдерживал. Пришлось его размотать, немножко расправить, плавненько смотать, и все стало нормально. Ну все, начинаю разогрев и стартую перегон. Поставил диоптр, чтобы посмотреть, полезет, не полезет сквозь все это пена. Будет видно. Начинаем. Ну вот у нас и закончился разогрев. Температура в кубе 80 градусов. Побежала струйка в попугай. И вот буквально, я думаю, совсем скоро оно должно начать выливаться. Дождемся этого момента. Струя очень бодрая. Все побулькивает. Пена на самом деле пытается прорваться. Я думаю, мне надо будет уменьшать сейчас. Потому что буквально вот вырывает. Да, буду убавлять до 2. Убавил до 2 киловатт. Но на самом деле пена, ну, я ее вижу. Наверное, видно и вам. Ну, в принципе, все, пока наблюдаем. Вроде сейчас она просела. Видимо, интенсивность нагрева упала. Струйка такая идет бодренькая довольно-таки. Наблюдаем. Прошло минут 10-15 перегона, и на 2 опять стала вылетать пена до суда. Блин, ну буду уменьшать. Уменьшу вот до 1,6, подождем, что получится. Прошло 5 сраных часов. Эта херня еле течет на 1200-1300 практически весь погон. Периодически поднималась пена. Я немножко ждал, добавлял скорости, и пена опять начала лезть. Там
Был какой-то момент, когда я подумал, о, она может поработать на двушке. Хрен там, через 5 минут опять все в пене. Если бы не попугай, у меня был бы полный этот всякой гадости. Слава богу, именно попугай умудрился отловить все говно, которое полезло вверх. Но оно тяжелее спирта и не дало перелиться в этот. Вот я его выливал в чашечку, чтобы обратно вернуть в колонну перед охлаждением. Ну, честно скажу, это, конечно, какой-то полный кал. У меня еще, ну, примерно столько же браги. Мне еще в момент под видео постановки браги посоветовали использовать средство детское от коликов. Оно совершенно нейтральное, то есть оно не впитывается, ничего, оно просто гасит пенообразование. Вот у меня была мысль попробовать именно это средство, начиная со следующей браги, потому что у меня есть еще очень много этого, блин, концентрата. Но чувствую, вот сейчас я это дело догоняю и поеду в аптеку за этим средством, потому что, ну, я не выдержу еще 4 часа, чтобы, блин, выгнать сраные 7 литров спирта с сердца. Поэтому сейчас выключаю все, гнал, как обычно, до 5 в струе, разбираю, мою. Блин, выливаю туда новую брагу, добавляю фигню согласно инструкции. Расскажу через буквально секунду. Ну что, съездил я до аптеки, залил вот это опять по новой бражку. И вот купил вот такую вот штуку. Называется он SAP Simplex. Если верить надписи в форме, на 30 литров браги нужно добавлять 1 миллиграмм. Для того, чтобы отмерить, были также куплены вот 2-граммовый шприц. Дальше все стандартно. Берем шприц. Отмеряем полграмма. И выливаем в нашу жидкость. Можно еще промыть его немножко. Ну и, конечно же, перемешать. Это вещество совершенно безвредно, оно используется там для детей грудного возраста. Ну, честно скажу, вот я соло залил, не могу сказать, что она прям пениться перестала. Ну, как говорится, как выглядит она сейчас, мне не так важно. Самое главное, что будет, когда я начну погон. Здесь немножко поменьше, конечно, чем в прошлом. Ладно, не будем долго ходить. Собираю обратно все, медный картридж здесь не деактивирован, все уже свежее стоит внутри. Собираю, начинаю гнать. Как только наберем рабочую температуру, посмотрим, на какой будет идти пена. Начался отбор на 3 киловаттах. Пока тишина, но в прошлый раз было тоже тихо. И пена начала идти где-то минут через 10. Буду смотреть. Не прошло и 5 минут, как на трешке полезла пена. Сбавил до 2. Пока еще булькает. Видимо, все не так просто. Ну что, заканчиваю почти погон. На самом деле, влияние средства практически не оказало. Я думаю, все-таки надо его добавлять в самом начале обстановки браги, чтобы оно начало действовать. Не могу сказать, что столько же пены идет. Ее идет чуть поменьше, но у меня и кастрюля залита поменьше. Поэтому, наверное, я этот эксперимент доставлю еще все-таки до следующего раза, когда буду ставить на следующем соке. Сделаю все уже по уму и именно добавлю в брагу, посмотрю, как там будет пениться и сама брага, и это, если будут отличаться чем-то от этого, сниму видео. Если нет, ну, может, сделаю какую-нибудь коротенькую зарисовочку, там минутки на полторы, просто расскажу, что типа все эта херня не помогает, либо классно помогло. Поэтому на этом я перегон в спирт-сырец заканчиваю. Надеюсь, было полезно. С сырца вот у меня уже отобралось там чуть больше 11 литров 45-градусного. Здесь еще там хвостики добегают. Выход небольшой, но у меня на 45 литров было добавлено там 4 килограмма сахара. А остальное, как говорится, то, что было в этом смузи.
Ну, видимо, с сахарами там был тоже, ну, так себе. Ну, собственно, встретимся на дробной перегонке еще. Там я более подробно расскажу про итоговый выход. А на этом все. Надеюсь, было полезно. Всем пока!